Здравствуйте. Сегодня давайте рассмотрим тему, как удалить свой аккаунт Instagram. Заходим на свою страницу Instagram, нажимаем на аватарку, нажимаем «Редактировать профиль». И как видим, временно отключить мой аккаунт. А чтобы удалить, здесь ничего нет. Поэтому переходим по специальной ссылке. Эта ссылка будет дана внизу под описанием видео. Нажимаем на эту ссылку, и мы попадаем на такую страничку Instagram. Удалить аккаунт. Здесь выбираем, по какой причине мы хотим удалить аккаунт. Я пишу «Создан второй аккаунт». Здесь вводим пароль для убеждения, что это мы. И нажимаем «Удалить мой аккаунт». Навсегда. Подтверждаем. Идет удаление аккаунта. Ваш аккаунт был удален. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.